Новую парковку на 460 мест открыли на территории аэровокзала Южно-Сахалинска. Там изменили зонирование. Система с проездом по специальным картам осталась прежней, но теперь для пассажиров есть разные места для посадки и высадки из общественного транспорта и частного авто. Для тех, кому нужно дополнительное время, чтобы выйти из машины, работает краткосрочная стоянка. Она расположена на привокзальной площади старого аэропорта. Там можно задержаться на 15 минут бесплатно. Для длительной остановки на сутки или больше предусмотрена отдельная площадь на 350 мест с въездом и выездом. Эта услуга платная. А кроме этого, отдельно есть полоса для общественного транспорта. Общественный транспорт у нас теперь и заезжает по своей полосе, и выезжает по своей полосе. Для общественного транспорта сделана отдельная группа. В ближайшее время будут введены специальные RFID-метки. По этим меткам автобус может въезжать, вообще не прикладывая карточку, въезжать, выезжать. Это ускорит движение общественного транспорта и увеличит комфорт пассажиров. Для контроля за безопасностью на территории комплекса установлено видеонаблюдение. В будущем у аэровокзала появится еще одна новая парковка, уже бесплатная. Сейчас проект находится на стадии разработки.